Наверное, я погиб. Глаза закрою, вижу. Наверное, я погиб. Рапею, а потом куда мне до нее? Она была в Париже. Когда ты дошли из Руси в Черную гору, что ты тражишь? Что ты оно первое, что ты тражишь? Ну, я хотел сделать что-то на улице, потому что здесь такой климат, что все люди находятся не в помещениях, не в галереях, а на улице. И... Ну, предложил мэру, что мы сделаем этот проект. Он мне начал показывать какие-то места, лучшие места в Черногории, в Будве. И я сказал, вы мне не показываете лучшее, вы мне покажите худшее место. И вот он меня привел в этот туннель. То, что вам показал? Да. Као найружнее место овде в Черногории. Ну, он действительно был ужасным. Здесь все было грязно, темно. Стены были запачканы, но главное, при этом очень много людей ходило, потому что в Бечичи люди спят, купаются, а в Будве отдыхают, старый город. Поэтому вечером здесь проходило 5000 человек, то есть это очень популярное место, но очень страшное было. И вот я пригласил художников, и мы начали что-то делать. И в первую очередь мы сделали азбуку, черногорскую азбуку с... Саша Флоренским, может, вы знаете, это внук Павла Флоренского, философа. И он сделал азбуку, потому что многие русские люди приезжают в Будву и только купаются в море, и больше не знают про Черногорию. А мы сделали такое, как бы, путешествие по Черногории. На каждую букву, там, условно говоря, было слово. Там, К, Хотор, да, там, ну, то есть на каждое... И таким образом они что-то узнавали про Черногорию. Ова слова овде су уметничко дело. Направио је најчувенији заправо руски уметник, стручњак за дизајн чирилице. Је ли тако? Да, да. Это Юрий Гордон. Он главный художник по шрифтам в России. Он создал 200 кириллических шрифтов. И каждый из своих шрифтов он использовал здесь, в названии черногорских городов. Его вообще соблазнила ситуация, что в Черногории можно использовать и кириллицу, и латиницу. И даже в слове «будва» он смешал кириллицу и латиницу. Овай туннель сада је заправо изложбена галерия. Овде је изложба. Колко уметника долази из Русии овде? Ну, здесь сейчас 7 проектов в туннеле. А вообще за прошлый год у нас в гостях было почти 100 художников. А что, пролазили овим туннелом ранее? Да. На прыгу. А знаете, как вы... Ово а знаете, как вы изгледал ранее? Да. Люди, которые приехали в Черногорию просто покупаться в море, никогда в Никшич не попадут. Но отсюда они узнают, что есть такой город, что в горах какая-то есть интеллектуальная жизнь. Или они узнают про Петра Петровича Негоша. То есть вот идея этого туннеля была, что человек, проходя через него, что-то узнает про Черногорию. Это было сделано, такие копии с работ очень известных в Третьяковской галерее, специально для туннеля, то есть в виде таких дорожных знаков. И для русских людей это все очень-очень узнаваемые сюжеты. Там «Мишки в лесу» Шишкина или «Бурлаки на Волге» Репина. Flash mob. We invite people who live in Budva to paint this by paint color and make black and white draw. You want to tell me that everybody who wanted to paint a little bit, they could come and paint a little bit? Yes. Here, yes. Yes.
Какво свобода. Nekada zvani Dupljanski vrtovi, a sada Dupli Gardens, predstavljaju sigurno jednu od najvećih investicija ovdje u Crnoj Gori. Ovdje na domaku Budve razgovaram sa čovjekom koji se rešio da uđe u takvu investiciju i da ova brda pretvori u jednu od najluksuznijih mjesta uopšte možemo da kažemo u Evropi i u svijetu. When you made this decision to invest, have you been aware how risky it is? Why do you think it's risky? Because such a big investment on a place you don't know and you are an American is a risk. I've been working in Afghanistan for the last 14 years. So after Afghanistan, this is nothing, peanuts. Does it mean that you are an investor on the risky situations? No. I'm kidding, of course. Like I said, I've been working in Afghanistan and I was looking for a place in Europe to live because I had to commute back and forth to Afghanistan. And then one day in 2006, late 2006, I heard that Montenegro is splitting from Serbia, you know, after a referendum. So that means new country. I decided to check. But of course, I knew about Yugoslavia, you know, being from Soviet Union. Yugoslavia for us was like US. Yugoslavia was everything you could dream of. So I came here in 2007 for vacation, and I fell in love, you know, and I rented an apartment here, and I decided to spend more time here and commute from here to Afghanistan. And that's how one thing led to another. Can you call this place your home? Yes. I like it. I spend most of my time here. Эти камни буквально с этой горы, которая позади меня. И эти скульптуры, когда мы поставили, люди, которые впервые увидели современное искусство, возмутились. Мол, что это такое? Это не искусство. И я девелопер сказал, ты подожди несколько дней, может быть, они сами пойдут. И одна самая активная противница вдруг через 3 дня подбегает ко мне и говорит, я поняла, о чем эти скульптуры. Она сама из Украины. И говорит, у нас в Украине ткнут палку в землю, и палка зацветет. И они говорят, потому что у нас такая плодородная земля. В Черногории земля такая плодородная, что здесь даже камни цветут. Я говорю, ну молодец, ты сама себе все объяснила. Moderna umetnost ovdje, u sred tradicionalne Crne Gore, nije odmah bila dobrodošla. Ljudi su dolazili, zagledali, pipali, kažu kamen je naš, ali ovo drugo na tom kamenu, kako to da razumijem? Ovo je najveća skulptura ovdje. Uradio je Valerij Kazis iz Krasnodara, sa juga Rusije. Ta skulptura donesena je ovdje. Sada, kada budemo krenuli putem, vidjet ćete još neke druge njegove skulpture. On je poznat u Rusiji kao konceptualni moderni umetnik. Ono što je veoma zanimljivo i što je rukovodilo autora ovoga projekta, to je da se spoji ono što je tradicionalno sa onim što je moderno. Jer kako drugačije objasniti ovu kombinaciju žute boje i jednog kamena koji dolazi sa ovih prostora. It is a kind of a today and something what happened before. Yes, and something about natural and artificial. Yes, contemporary and old-fashioned. And artist says that he wants that people just see how beautiful stones. They don't see them. You have to
You have to paint the stone that yes. somebody sees it. Yes, absolutely. Morate da ofarbate kamen da bi bio uopšte viđen, jer okolo je sve kamen i tako ste navikli. Business, which is a very dry thing, to be combined with the soul and nice things, is somehow a good treatment for you? First of all, of course, Marat, meeting Marat. You know, without Marat, I probably would have not done it, you know. So you need somebody who can do it, first of all. Secondly, in my opinion, you know, you cannot just sell square meters, you know. You have to bring something with those square meters. You know, you have to change destination. Art is one of the tools and probably one of the most important tools that you can use to change destination. Hopefully, again, if it's successful, the government will understand that that's the way to go. You know. Na osnovu papira i čitave dokumentacije koja više nije bila potrebna jugo-oceanije velike firme u Kotoru. Došli su u jugo-oceaniju iz muzeja i uzeli sve ono što je bitno i važno, a ono što nije trebalo ostalo je kao papir. I taj papir Kaven Brat je upotrijebio za svoje umjetničko delo. I tu imate slojeniti papir. Međutim, umjetnik nije mirovao. On je uzeo i taj presovani papir stavio u vodu. I kada je došla voda, ona je sama napravila potpuno jedno novo umjetničko delo koje izgleda ovako. Это работы Вани Сотникова, художника и священника русского, который умер в прошлом году. Работы он сделал здесь, у него был маленький дом в Герцогнове. Он сюда приезжал каждое лето, делал их. И вот прежде чем эти работы покинут Россию, уедут в Санкт-Петербург. Значит, все слики Ивана Сотникова су овде. Ел тако? Так, тако. U ovom delu galerije su rani radovi Ivana Sotnikova. Zapravo, cela kolekcija i čitavo stvaralaštvo ovog ruskog slikara nalaze se u ovoj galeriji. Я был первым частным галеристом в России в 90-х годах. И, в общем, вся жизнь крутилась вокруг этой галереи. А потом я какое-то время был замдиректора Первого канала телевизионного. Стварно? Да. То мне только сада кажет. На половине овога снимания, господине Гельман, вы сад так мне кажете, да сте били да. директор телевизии. Да. То значит, да много... Вице. Но главный канал в России, первый канал. Главный канал? Главный канал, да. То мне только сада кажете. То значит, господин Генман, да има много того, что сте вы меня сакрили. Нет, я ничего не скрывал. Я долгое время пытался изменить ситуацию, которая в России продолжалась 300 лет. Это то, что все самое интересное происходит только в Москве или в Санкт-Петербурге. И у меня был проект по децентрализации России. Я открыл первый музей в Перми, то есть за пределами столицы. И этот музей очень быстро стал самым интересным, самым ярким музеем в России. Это ваша жена? Да, это моя жена Настя.
Vi ste došli ovde u Crnu Goru i krenuli ste da radite nešto što je revolucionarno ovde u Crnoj Gori. Nadijem se. Je li tako? A da li ovde svi misle isto kao što vi mislite? У меня есть очень хороший партнер, Петр Чукович. Он был директором музея 8 лет в Цетине, и сейчас он мой заместитель здесь. И он мой единомышленник. Нейл Эмиль Фарб – это Stratex компания, которая основной спонсор для моих проектов. Он мой единомышленник, то есть нас уже трое. Это немало. Вот. Мы сделали несколько проектов, презентаций для жителей Черногории, и для начальства. Но для меня самое главное, чтобы мировая культурная элита поверила в то, что что-то может интересное происходить в Черногории. И это очень сложная задача. Вы дошли в Imate jako mnogo Rusa oko vas. Ovo je počelo da bude kao jedna velika zajednica. Puno Rusa je ovde. I vi zapravo pravite jednu malu državu, Rusiju, ovde u Crnoj Gori. Uglavnom govore dosta ruski. Jer vi razumete ljude ovde? Prvi god bila mne ne očin. Bila kako-to odinoka, grusna. Ja ničeo ne понимала. No, to je daže to što kasajeca byta. Там в магазин за продуктами сходить, где какая еда хорошая, то есть было непонятно. Сейчас уже мы здесь почти 2 года находимся, и все, в принципе, ясно и хорошо. Жизнь наладилась, появились какие-то знакомые, постоянно приезжают друзья, летом особенно. Ну и вообще здесь... Привет! Вообще очень интересная здесь жизнь, благодаря именно деятельности, которую здесь Марат развернул с партнерами. Ну, скучать не приходится точно. Егорушка, привет. Соску достань. Ты же не ходишь с ней обычно. Вот Егор пришел. Нет, мне вообще хорошо живется. У меня есть помощники. С детьми все в порядке. Все здоровые. Здесь прекрасная экология. Все здорово. Нет, Черногория все дом, как бы, да, особенно здесь, в Дукле. Точно уже дом. Ovaj otpad ovde koji vidite iza mene definitivno može da bude iskorišćen samo onda ako imate kreativnu energiju, imate umetničku dušu i znate šta hoćete. Znači, to nije otpad, to je materijal za nešto što treba da bude lepo i da oplemeni dušu. Ja sam ovde došla u Jugooceaniju. To je poznata velika firma koja je prestala da radi negde 2000. godina. Poznata i po tome što je arhitekta bio Đorđe Petrović i Mateja Nenadović. Kažu da ovaj kamen od koga je napravljena Jugooceanija, da je to isti taj brački kamen koji se nalazi u Sivu i nalazi se isto i u Ujedinjenim nacijama. Danas je to jedan specifičan, neću reći kulturni centar. To je nešto mnogo, mnogo važnije. To je mesto gde se rađaju ideje, gde se otvaraju vrata za mlade umetnike koji gledaju na umetnost drugačije i modernije. O Jugooceaniji se dugo ništa nije čulo. Kao i sve druge velike korporacije nekada, jednostavno se tiho ugasila 2000-ih. I ja sada dolazim ovde i šta je ovo ovde? To je Dukle Art Center. Jedna od jedinica u kojoj djeluje naša organizacija, Dukle European Art Community, najvažnija. Tu je centar umjetničkog života i uopšte kulturnog života naše organizacije. Zgrada je sagrađena 1967. godine prema projektu iz 1962. godine. Vi znate ko su projektanti bili. I ona je bez sumnje jedan od najznačajnijih objekata moderne arhitekture u Crnoj Gori, pa i u nekadašnjoj Jugoslaviji. A u zgradi se nalazi 40 ateljeja, tu dolaze naši rezidenti koji rade uglavnom nešto vezano za Crnu Goru i povezano sa Crnom Gorom, i tu se prave izložbe.
I tu ima cijeli niz pratećih sadržaja vezanih za umjetnost, dakle proizvodnja suvenira, vrlo kvalitetnih, autentičnih, koje rade manje više uglavnom naši umjetnici koji dolaze ovdje. Компьютеры – это старые компьютеры из Юго-Цании. Это утопия. Дело в том, что космическая утопия, что все будут летать на спутниках и так далее, она была фактически низведена на нет компьютерами, интернетами. И вот он сделал такой вот памятник утопии. Škola za dizajn. Oni koji pohađaju ovu školu dolaze iz evropskih gradova. Ovdje dolaze da usavrše svoje talente i svoje znanje. I'm Asia, I'm from Berlin. My name is Masha, I'm from Kharkiv, it's Ukraine. My name is Marina and I'm from Vilnius, Lithuania. My name is Lina and I'm from Kiev, Ukraine. My name is Nick, I'm from Moscow. Da obiđemo još neke ateljeje. Ima ih ukupno 36 u ovoj zgradi. I postojao je jedan izbor da zgrada propada, da ne služi ničemu, da je kupe neki ljudi koji bi eventualno nešto pokrenuli, pa nikad ne pokrenu, ali postalo je to ovo što vidimo. Ovdje sam u muškom toaletu koji je također iskorišćen za umetničko iskazivanje. Znači svaki prostor u ovoj zgradi je atelje. Look at that. It's a project about Montenegro, Montenegro to go. I'm working on a project about mountains. I'm making mountains out of ceramics. My name is Anastasia Vinkova. I'm from Moscow and my work is about creation of face through perception. Ja sam Marija Šević. Nalazimo se u ateljeu koji sam dobila kao deo nagrade kada sam učestvovala na 49. Hercegnovskom salonu. Slike su rađene po fotografijama mojih roditelja koji su se sami fotografisali i tu sam negdje našla neki deo inspiracije kroz njihovo putovanje koje je bilo i kroz Srbiju i Crnu Goru i povezala nekako sa mojim boravkom dvomesečnim u Kotoru. Меня зовут Саша Макарская, я художник из Украины, я 2 года уже почти здесь, в Черногории, и здесь делала 2 проекта, которые связаны с Черногорией. Один проект – это ретабло. И это ваш ателье ovde? Да, да. Сколько долго тут остаться? 2 месяца, 3? Я 2 года. 2 года? Да. Так называемые слики захвалнице, вот погледайте. To je kao iz meksičke kulture preuzeto, gdje se prave slike gdje vi zapravo se zahvaljujete Svetom Nikoli, evo piše ovdje gdje su moja deca zdrava, zahvaljujete se nekim porodicama koje su joj nešto učinile i onda im date takvu jednu sliku sa adekvatnim tekstom. Меня зовут Виктор Фрейденберг. Синтезирую их в некую новую форму. Я увлекаюсь живописью, фотографией, видео, арт-объектом, инсталляцией, светящимися объектами, скульптурами. My name is Romulo Sanz. I ended here because one of the people that works with Marat saw my show in New York. I was having a show. They liked my work. They sent it to Marat, and Marat contacted me. How long are you going to stay here? For 1 month.
4 weeks, unfortunately. Are you the only American here? Right now, yes, but there's two more coming in September 2nd. I have a feeling that somehow you are fascinated with this part of the world. I see here our long-lasting president, okay. Tito. Yeah. Then I see a Montenegro hat. Well, the thing is that... Can you see... This is a kind of a what? I know. Well, this is things that people in the school bring me every day. They found things and they bring it to me. They bring me a gas mask, they bring me a flag. So there's things that people think that I can use, which I think I can. I'm fascinating with this part of the world because I grew up in Cuba. And there's a lot of connections between Cuba and the old Yugoslavia, as you know. And there's a lot of similarities between Tito and Fidel Castro. So that's why I'm always been fascinating with communist dictators. Not in a good way, I'm just something that it's in my mind. I grew up with this. I think that one of my biggest surprises coming here is how open and nice everyone is. And one of my main questions was, what's the difference between Montenegro and Serbia? And nobody has really gave me a straight answer because it's the same thing. So I think it's probably one of the nicest people I've met in my life, both because for me it's the same. I'm coming from a place where I don't really see a difference between them. Hodnik je ukrašen slikama Semjona Fabisovića, jednog od vrlo poznatih ruskih slikara. Semjon je najskuplji umjetnik od onih koji žive u Rusiji. Najskuplji ruski umjetnik koji žive u Rusiji. Jedna njegova slika prodata je na Sotheby's za $650,000. Da vam pokažem ovdje slikar Pljušć. Ono što je zanimljivo, jako, jako mlad, ima nekde oko 24 godine. Pogledajte kako je stilizovao Coca-Colu. Pogledajte kako je on vidi. Ambicija ovog centra je da pored ruskih umetnika, koji su sada jako zastupljeni, otvori svoje vrata svim evropskim umetnicima. Na krovu sam zgrade Jugooceanije. Da li znate koliko je Jugooceanija imalo ovakvih brodova i mnogo veći koji su krstarili morima? Sve je nestalo 90. godina. I zgrada je ostala nekako prazna, napuštena, bilo je tu mnogo kombinacija, dok jednog dana se nije dogodilo nešto fantastično. Došao je čovjek koji je rešio da te prostore iskoristi za mlade umetnike. Mladi umetnici iz Rusije i čitavog sveta imaju ovdje svoje ateljeje. Uče nas da gledamo unapred, da gledamo lijepo, da gledamo dobro, da na mladima svet ostaje, a da umjetnost mladih uvek nešto kazuje.